Первые сведения таковы: старая трехэтажка пылала как свеча, из огня спасено 18 человек, пострадали 8, пятеро из них госпитализированы, погибших нет, огонь потушили около 10 вечера. Сегодня на специальном брифинге рязанский мэр Виталий Артемов сообщил, что власти не исключают возможности восстановления пепелища. Деньги на это предусмотрены, работы будут проведены в кратчайшие сроки после того, как пожарная лаборатория установит причины возгорания. Самое главное, что денежные средства у нас есть. Комиссия у нас создана. В ближайшее время мы готовы приступить к составлению сметы и к выполнению работ. Между тем, нештатные помощники нашей программы сообщили, что аккурат перед пожаром, который начался около 9 вечера, по другим данным, часа на полтора раньше, в одной из квартир дома шла пьянка-гулянка, шум, мат и прочие народные забавы. Потом в подъезде вспыхнула страшная драка, ступени залила кровь, другими словами, побоище, да и только. Перепуганные жильцы вызвали полицию, к тому времени уже чувствовался запах дыма. Остальное известно. Кстати, журналисты, которые не удовольствовались официальными сообщениями, а поговорили с местными жителями, рассказывают о наличии в доме нехорошей квартиры, постоянных драках и невнимании полиции к заявлениям граждан.